воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні до мене завітала дуже цікава людина, це журналіст-блогер Павло Кухаркін. Я вітаю тебе у нас в студії, я тебе дуже давно запрошував і... Наконець-то я дійшов. Дійшов, так. Я хотів би тебе одразу запитати. Клименко Тайм, ти можеш розказати, що це за ресурс взагалі? Як ти з ним співпрацюєш? Чи ти там працюєш? Бо у тебе безпосередньо там є блог, який називається «Пригорело». Клименко Тайм. Ну что, я думаю, многие зрители, которые смотрят ТБУ и другие программы, в принципе, знакомы с нашей командой. И, да, был ваш материал, мы застосовываем. Да, вот. И если использовать материал, наш материал на самом деле много берут. Вкратце я могу сказать, что, наверное, если мы берем информационное пространство Украины, то, положа руку на сердце, вот, мы, наверное, одна из лучших, если не лучшая команда в Украине. И самая скромная. И самая скромная – это главное. Почему? У нас серьезный информационный ресурс. Главный и наш узнаваемый – это YouTube-канал, где у каждого автора есть свой персональный блог. У нас очень мощный, помимо этого, телеграм-канал, на который я, пользуясь случаем, предложу подписаться. Нас цитируют многие другие телеграм-каналы Украины. Мы даем очень все оперативно, со всех мест и так далее. Нас цитируют зарубежные телеграм-каналы и так далее. Поэтому, в принципе, мы уже, чтобы не соврать, третий месяц находимся на первом месте в рейтинге самых цитируемых телеграм-каналов. Поэтому, если взять информационное пространство, то мы объективно быстро доносим правдивую информацию. И поскольку за нами не стоят никакие там политические силы, у нас нет цели там попасть в парламент, занять президентские кресла, может быть, у меня есть, но пока... А вы інших ты не переконал, что это треба робити гуртом? Да, пока я не баллотируюсь. Вот. Но, тем не менее, могу сказать, что мы довольно-таки весомый и серьезный, влиятельный информационный ресурс. Возможно, лучше. Я не утверждаю, пускай это решают подписчики. Добре, подписчики, вы, будь ласка, вирішуйте. А у меня наступне питання. Я колись був у вас в гостях на программе ХПП. Хтось може подумати, що це хитрий план Путіна, але ні, це хороший, плохой понедельник називався. І ти працював там в тандемі з Олесей Медведєвою. Чи ты не сумуешь за этим тандемом? А вот. Я сейчас, знаешь, что подумал? Вот я здесь стою, Олеся крутит вас на экране. Тут и позаду тебя, как раз. Меня, к сожалению, нет, но, тем не менее, знаешь, такое впечатление, что дежавю у нас в студии, ты посередине как раз был. За тандемом, наверное, не скучаю. Вот, хотя это было очень прикольное время прямых эфиров и так далее. Многие тандемы крупные распадали, знаешь, там «Дельфин» и «Русалочка», Николай с Королевой, другие там знаменитые группы. Всему свое время и место, чай если вдвоем, это случилось, «Чай вдвоем», там слезы просто на очах у меня, зараз «Смэш». Да, просто сейчас подумаю, что я очень старый, вот. А вроде, знаешь, как блогер, это молодежная движуха. Мне, конечно, хочется еще себя относить к молодежи, но, знаешь, время неумолимо бежит вперед. Поэтому тандем был действительно крутой, и в любом случае мы поддерживаем дружеские отношения. Вот, поэтому, ну, это было крутое, хорошее время и такая знаковая визитная карточка канала «Клименко Тайм». А вот так, скажем, деякі гурти, які розпалися, вони там через 5, через 10 років, вони кажуть, ми знову об'єдналися заради того, щоб наші шанувальники нас побачили і пораділи. Чи буде таке, що ви вдруг... Знаешь, мне понравился фильм про Фредди Меркьюри и Квин. Помер, да. Вот, поэтому, если мы сможем собрать 80-тысячный стадион наших подписчиков, а то и более, где все будут там хлопать, аплодировать, и, то почему бы и нет? По крайней мере, мне очень нравится встречаться, общаться и вести постоянную коммуникацию с нашими подписчиками. Многие из них, я думаю, они подписаны и на Лесю, и на меня, и смотрят и вас, и, может быть, другие каналы. Поэтому мы в постоянном общении в любом случае. Мы не уходим из этого информпространства. Добре. 2018 год. Влітку у сусідній країні відбувався чемпіонат світу.
Точніше, якою Білорусь? Білорусь, але трохи поряд з Білорусією, поряд з Україною, поряд з Казахстаном, поряд з Монголією, поряд з Китаєм є країна. Небольша. Невелика, так. І там відбувався чемпіонат світу. Ти його висвітлював. Хотів би почути твої враження, тому що деякі, наприклад, західні СМІ, вони з одного боку дивилися на цю подію і свою якусь інформацію вводили. Наші якось у нас був байкот формально, хоча і в Одесі, і в інших містах самі просматриваемі матчі були якраз із участием страны-хозяйки России и так далее. То есть, в принципе, бойкот был только в головах тех, кто хозяйки хотел. Еще Россия. Раз. Ну, страна-хозяйка, она хозяйка кому? Чемпионат. Добро. Я просто уточню. Да, действительно, был, ты сказал, 2018 год. С одной стороны, это было вроде как вчера, а с другой стороны, это было очень давно. Это действительно было потрясающее время. Мы приняли решение поехать посмотреть на чемпионат, показать, вопреки там бойкоту, поснимать. Я помню, я приехал с небольшим таким волнением. Оно, в принципе, было в первых выпусках. То есть я в другой стране с украинским флагом на плечах, что могло у многих на Красной площади. Первый выпуск, кстати, я сделал анонс 12 июня. Вот я почему запомнил. Было очень много полиции. Я на Красной площади думаю, почему столько много людей. Оказывается, 12 июня – День России. И я подошел к полицейскому и говорю, вы не против, если я тут разверну украинский флаг? Он говорит, а почему я должен быть против? Я говорю, ну как бы я тут делаю анонс, все остальное. Он говорит, если будешь ты нарушать закон, говорит, мы тебя скрутим минуты за две, а то и быстрее. Вот, поэтому пока ты не нарушаешь… Ты сильный хлопец, ты так не скрутишь швидко. Ладно, я сопротивлялся еще минут 10. Да, но тем не менее, вот, то есть никаких проблем не было. Из-за полтора месяца чемпионата я объехал все города с украинским флагом, достал визитной карточкой. Я обзавелся громадным количеством хороших друзей и товарищей в России, с которыми мы постоянно общаемся и так далее. И, в принципе, это стало таким, не знаю, знаковым событием и в истории нашего канала, и в моей личной. Очень многое в жизни у меня поменялось благодаря этой поездке. Вот, и я благодарен каждому, кто это смотрел, и в Украине, и в России, и в Польше, и в других странах. Поэтому это действительно было крутое время и разрыв многих там шаблонов и стереотипов, которые там происходили. А ти не боявся взагалі потім повертатися, ну, тому що, скажімо так, деякі наші зірки, які їздять чи їздили туди і виступали, якщо вони щось позитивно казали стосовно сусідньої країни, то у них виникали деякі проблеми. Ми можемо згадати, наприклад, того ж Івана Дорна, який, ну, щось сказав не те, його, в принципі, тут заклювали. Лукавить не буду. Ти не переживав з цього приводу, що ти можеш повернутися, там попасти на якийсь сайт? Который творить мир, да? Да-да-да, який творить мир, да, і що будуть виникати питання до тебе. На самом деле, лукавить не буду, определенная опаска была. В один момент в Ростове, если не ошибаюсь, меня в фан-зоне заметили журналисты российские, Спорт-Экспресс вроде. И для них это было тоже удивление, это как раз первые дни чемпионата. Ходит человек с украинским флагом, делает опросы, видео снимает. Им взяли интервью там по поводу моего мнения чемпионата мира и так далее, и там бойкота и все остальное. Я им как бы высказал свое мнение о том, что они пускай там прекратят там бизнес, там Петр Алексеевич, еще другие ребята в России, а потом уже будут что-то запрещать. Поэтому пускай они и тут лесом. Выходит заголовок, как украинец послал куда подальше по своей власти и так далее. Это интервью разошлось, и видео, и текстово очень широко. И в украинских СМИ, и в российских СМИ я мониторил даже группы «Я люблю Петра Порошенко», «Я Петру мой президент» и так далее. Его репостили, говорит, посмотрите, какой там загнанный казачок и так далее, там Сепар, Зрадник и так далее. И ты уже берешь квиток на Беларусь и просишь там... Ну, это был только разгар, я пока не собирался прерывать, но дальше с ростом, да, популярности там происходящего, там блогов и так далее, многие куски начали брать российские телеканалы, вставлять свои вечерние прайм-таймовские сюжеты новостей. Я думаю, что ж вы делаете, что ж вы мне дорогу-то перекрываете на родину. Вот, там пытались там связаться, выйти, пригласить
на эфиры, но у нас была позиция такая. Мы снимаем про людей, мы снимаем про спорт, мы снимаем без политики. Хотя без нее, наверное, уже и в туалет не сходишь. Складно, да. Особенно в те часы. Вот. И я действительно переживал, и помню, ну, мне сказали, да, все нормально, вроде как дел не завели на тебя. Все нормально, завышайся тут. Да, да, лететь. Я помню, прилетел в Жуляны. Иду на паспортный контроль, а там, ну, кто знает, такие ограждения есть ленточками. И многие начали пролазить под ленточками, чтобы быстрее там пойти на паспорт. Я как... Это все в Европе так роблять. Да, так, но я как послушный не европеец, да. Наверное, я пошел по длинному пути и так далее. И, ну, уже когда начали ругать, что не делайте так, иначе там повыгоняют и прочее. Я подхожу на паспортный контроль, даю паспорт. Такая мысль, господи, хоть бы было все хорошо. Девушка смотрит паспорт, нарушаешь, и у меня такое сердце замерло, в смысле? Да. Я думаю, блин, что это, это нарушение было, что я поехал на чемпионат, снял там правду. Я говорю, в смысле? Ну, ты про ленточкой подполз? Я говорю, нет, конечно, я шел порядочно. Говорит, тогда витаем у вас на Батьковщине, и все. И мне было это приятно, поэтому слава богу, что все хорошо, и главный результат это... Я считаю, что мы первыми, да, такую прорвали определенную информационную завесу. И сейчас на нашем канале есть и из России, и из Беларуси, из других стран люди, которые общаются с нашими украинскими подписчиками. Нас смотрят действительно во всей стране, и это очень круто. Добре, дуже класно розповів. Я ж прямо захотів знов піти на ресурс Кременка Тайм і передивитися ці відео, які ти робив тоді. Це добре. Вчора відбувся брифінг МВД, і це стосувалося справи Павла Шеремета. І були затримані люди, які належали праворадикальним рухам. Що дивує, ну, по-перше, це люди, яких по всім телеканалам указали, що вони волонтери, що вони бійці АТО. І, в принципі, це люди, які захищають, але виходить, що їх зараз звинувачують в тому, що вони скоїли цей це терористичний злочин. Це тероризм. Ну, можна, да, коли це відбувається вибух в центрі міста, то це, ну, скажімо так, дуже, дуже ненормально. Ти переглядав, хочу запитати, цей брифінг? Так. Да. Як на твою думку, це переконливо було те, що показували представники МВД для тебе? Чи вони тебе переконали, що ці люди дійсно, знаєш, причепні до цієї справи? І ні. З точки зрения розслідування, яке вони провели, да, там деталі, де хто жив, яку одежду носив, де хто засвітився, оставив сліди, це дійсно велика, я вважаю, крута робота слідства. І... Я читал мнение разных экспертов, помимо там видео и своего там личного мнения. Да, действительно, там есть этапы, как выполняется преступление, на каждом этапе можно оставить следы и так далее. И если действительно довести расследование до конца, то подделать его действительно сложно, потому что на каком-то этапе что-то будет не клеиться, будет что-то разваливаться. Поэтому многие расследования, которые в Украине заморожены, да, там по Майдану и по прочим, они не двигаются. Почему? Потому что даже при всем желании как-то потусовать не получается. Потому что приходится тогда светить либо не того, кого нужно, либо невозможно обвинить тех людей, которые действительно это не совершали. Мне не хватило, наверное, одного. Кто все-таки заказчик? Кому это было выгодно, кто это все финансирует, в любом типа случае. И с точки зрения следствия, да, это круто и по таким мелочам, но нужно понимать, кто это типа сделал в первую очередь. Поэтому радует одно, что когда надо, они могут и находить, и искать, и находить доказательства, и все остальное. Один вопрос, почему они не работают так постоянно, почему с момента преступления до момента какого-то раскрытия наказания. Три роки. Прошло такое огромное количество времени, когда произошло громадное количество преступлений, которые никто не расследует. И если мы видели, да, что задействован музыкант, задействован врач и так далее, то сколько таких врачей, музыкантов, таксистов, людей, которые действительно в теории несут угрозу всем. Треба акцентувати, що це лікар Ахмадєв. Да, детская, то есть это вообще... Тобто ти трохи розриваєш шаблони. Бандит обычно, это какой-то там дядя в пиджаке, это там какие-то подвалы, это мафия, группировки и остальное. Вот, там, ну, типичный, да, стандартный набор там киллеров.
там, сериальных, там, компьютерных игр и так далее. По факту то, что мы сейчас видим, к сожалению, что... А может, по факту это может быть, по сути, любой человек с немного поехавшей психикой по разным причинам. Это просто... Ну, я не знаю, как описать без ругательства данных людей. То есть это небезопасные люди, ими нужно заниматься. И поэтому, если у них эти данные хранились не один день, то почему именно сегодня, именно сейчас они решили этим заняться? Кому сейчас это выгодно именно в данном, ну, в данный день начинать вот такие вот вещи? Давайте тогда начинать. Це я хочу якраз повернутися до того питання, яке ти поставив, а кому це вигідно? Чому кожна людина з цієї п'ятірки хотіла би, наприклад, того, щоб не було Павла Шеремета? Мені кажется, це просто обычні, як сказати, найомники, які, да, там, тобто ми слышали, да, тобто там, їм не жалко Київ і так далі. Це люди, которые выполняют заказ. И главная ситуация была сделать какой-то бум, да, то есть дестабилизировать ситуацию и все остальное. Нужно конкретно смотреть по времени. Какие политические события происходили в это время, кто за что отвечал и так далее. Какие были у этого последствия. Поскольку мы видели, что все это время враг исключительно назывался. Через 10 секунд находился ответ. Это агенты Кремля, это все наемники и так далее. Благодаря этому там прерывали авиасообщения, там разрывали другие связи и прочее. Как ты вважаешь, это вплыло на то, чтобы мы повернули, например, скажем так, стосунки, ну, в плане транспорта, перевезения, чтобы не только Белоруссия зарабатывала на этом, но и Киев? Ну, Белоруссия, я не знаю, я просто смотрю, как сейчас летают там те же Белави, вот как я возвращался и так далее. А раньше один аэропорт в Киеве, который отправлял рейсы в Минск, а потом в Москву, потом стало два аэропорта, в Москве принимал один аэропорт, потом два, сейчас три. По факту рейсы Киев, Минск, Москва задействовано 5 аэропортов. Это не показатель того, сколько денег мы не зарабатываем. Но тут вопрос, да, даже не сколько в деньгах, а в целесообразности. Почему летать нельзя, газ покупать можно? Почему кому-то можно вести бизнес, кому-то нельзя? Почему кому-то можно давать там корпоративы, кому-то нельзя? Ведь даже националисты там, или там радикалы и так далее, из той же Сакыры Пыруна, которые там, многие из них добробаты и прочие себе рисуют регалии, можно посмотреть факт того, что год или два назад они продавали свою одежду в России, в Москве. То есть они там не брезгуют зарабатывать. Это какое-то избирательное. А избирательное, да, потому что мы перешагнули в один момент какой-то такой рубеж здравого смысла, когда стало нормальным убивать, когда на телеканалах некоторых оправдывают убийц ребенка, убийцу ребенка трехлетнего и так далее. То есть какой-то абсурд и параллельная реальность. Мне иногда кажется, что это какое-то шоу, либо эксперимент, что такого не должно происходить. Знаешь, и одновременно, когда это происходит, мы говорим, мы Европа. Извините, к сожалению, это не так. Якось це і лякає, і з іншого боку, я не розумію, як це все вирішувати. Але у мене і питання виникає стосовно того, що, як ми чули на цьому брифінгу, що коли брали ці, ну, сліди від вибухівки, то там знаходили ДНК. Мені просто от, чи дійсно можна повірити, що от коли воно все взривається, залишається якесь ДНК людини? На самом деле в розслідуваннях там кожна деталь дійсно має типу значення. Тут пугає не наличие там прорадикальних організацій і так далі. Любые, хто нарушає закон, люди, вони как бы несут угрозы, они должны, собственно, нести какое-то наказание. Пугает отсутствие реального наказания за любые преступления кем угодно. А что касается следствия, ну, я просто увлекаюсь, там, это мое хобби, авиация, расследование авиакатастроф. Для меня удивление было, когда я только начинал это смотреть, изучать. В 80-х годах в Англии, Локбери, если не ошибаюсь, городок, над ним упал самолет Боинг из-за того, что на борту взорвалась бомба. И я был шокирован, насколько тщательно было проведено следствие. Нашли место взрыва. По нему установили, что это сумка. Где вибухівка, да, мається на увазі в літаку самому. Да, да. Нашли, ну, самолет в воздухе взорвался. Нашли, ну, место в самолете. Установили, какой контейнер был, какие сумки были в этом контейнере. Нашли непосредственно кусочек сумки, в которой находилась взрывчатка.
нашли следы детонатора, устройства магнитофона. По этому устройству обнаружили, кто покупал и когда этот магнитофон. Нашли в итоге фирму, которая произвела и для кого непосредственно часовое устройство. Вывели следы на определенные там ливийские там группировки и так далее. И установили конкретных и исполнителей, и заказчиков, потому что была целая схема. И такой вот кусочек маленький чемодана, обнаружены на громадном просто участке. Це 80-й рік. В принципі, не було таких потужних камер, не було таких потужних комп'ютерів. Так, тобто, ми не говоримо про відеонаблюдення і так далі. Тобто, це тщательна робота, вона длилась 2 або 3 роки. Але вона була проведена тут, так, теж там пройшло, типу, 3 роки. Але за це час, з учетом того, що ці записи явно з'явилися не вчора, взриви ці були не вчора, це все десь хранилось. Просто комусь в даний момент вигідно сказати і запустити це в роботу. От і все. Дуже дякую тебе за цю розмову і за експертну оцінку. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що цікавого вони нам розкажуть. Це ТВУ! Топ-блогеры Украины. Привет, друзья! Как вы знаете, вчера состоялся брифинг, посвященный убийству Павла Шеремета и расследованию этого дела. И здесь, конечно же, очень много вопросов сразу возникло. Почему именно в такой форме, почему именно сейчас и почему до сих пор не установлены заказчики этого преступления? Но самое интересное было сказано на этом брифинге в конце, когда чуть ли не прямым текстом говорилось о том, что раз по расследованию этого убийства делалось системное сопротивление. И вот кто мог МВД все-таки сделать системное сопротивление, кроме Порошенко и СБУ? Вопрос, конечно, риторический. И именно вот здесь я хочу, чтобы вот обратили внимание на вот формулировки, слова и фразы, которые сейчас произносит правоохранитель. Потому что здесь, скорее всего, мы наблюдаем системный конфликт МВД и СБУ. Хочу підтвердити, що протягом слідства на певних етапах дійсно чинився системний спротив. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування. Почему именно такая формулировка? Почему именно то, что он не исключает, что в будущем вот эти персонажи, которые делали системное давление для того, чтобы это дело не расследовалось, только могут быть привлечены к ответственности? Здесь я думаю, что очевидный ответ, что просто правоохранитель не знает, каким образом сложится геополитическая ситуация в мире и конкретно политическая ситуация в Украине, и смогут ли отдать про Порошенко и его команду все-таки под Уголовный кодекс Украины? Или все-таки их оставят, знаете, в ранге, что вот к ним невозможно будет подойти и открыть на них уголовное дело, так как сейчас? Мы действительно не смогли рассказать вам сегодня больше, чем вы почули. Наших материалов, информации занадто много. Але враховуючи суспільний резонанс, і те, що даний резонансний злочин знаходиться на контролі у керівництва держави, у кожного громадянина України, дійсно, за допомогою і з дозволу слідчих ми могли оприлюднити дану інформацію. Как вы понимаете, с этих слов очевидно, что правоохранители знают, кто конкретный заказчик преступления. А вот вопрос, почему они не называют эту фамилию, вопрос риторический. Скорее всего, опять же, это предположение, что заказчик очень-очень раньше высоко сидел, а сейчас сидит чуть пониже, и сейчас идет вопрос, а сможет ли новая власть привлечь вот этого персонажа по фамилии Порошенко к ответственности или нет? Сможет ли она называть фамилию Порошенко или придется согласовывать это дело с всякими там заграничными партнерами, которые, скорее всего, Порошенку давали некие гарантии безопасности. И вот только после того, как там скажут, что можно, вот только после этого эту фамилию будут называть. Вам, хлопцы, подякувати всем следствием, всем прокурорам, пан генеральный прокурор, подякувати за действительно очень потужную работу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання
обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Це буде, я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї дуже гучної справи вбивства Павла Шеремета. Да, очень хотелось бы, чтобы дело Олеся Бузины точно так же расследовали, как расследуют дело Шеремета. И точно так же привлекли всех за это ответственных. Але я впевнений, в принципе, не хочу повторювати слова, які сказав генеральний прокурор. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки і обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Це і є відповідь, для чого ми всі разом працюємо. Ще раз дякую. Я согласен здесь с Владимиром Зеленским, и я его поддерживаю, что все-таки должны преступники понести наказание, причем все, и заказчики особенно. И здесь еще хотелось бы отметить, что также, вот, например, было бы неплохо, чтобы и понесли наказание те, кто разжигали войну, те, кто вносили вот этот закон о тотальной украинизации, который дискриминирует русскоязычное население Украины и таким образом разжигают войну. Вот очень было бы неплохо этих чертей привлечь к ответственности. Потому что вот если дальше вот мы послушаем министра МВД, то скорее всего вот этот шпрехендфюрер, вот этот вот персонаж, которая должна следить за соблюдением украинского языка, скорее всего она первого штрафует на 11 тысяч гривен именно министра МВД. Я артикулюю, что йдеться про оголошення підозри громадянам, які за думкою слідства є фігурантами в справі. Тобто, згідно букви закону, ми не маємо права мы не имеем права говорить о твердых суждениях. Мы говорим о том, что эти граждане подозреваемы, право яких будет отстаиваться в суде, а мы будем отстаивать сторону обвинения. Я думаю, что после таких вот заявлений от министра МВД гражданка Монахова, так называемый мовный омбудсмен, должна просто пуля прилететь и выписать лично министру МВД штраф. Я бы с интересом на этот цирк посмотрел бы. А также из забавных событий это заявление Вакарчука в программе во Львове. Потому что ему там, знаете, вот обычно задают не те вопросы, а в этот раз задали именно правильный вопрос. А почему он в 2015 году отплясывал в Монако перед русскими олигархами, когда, вот понимаешь ли, по его же словам, гибли люди на Донбассе, конкретно в острой фазе конфликта, и выбирались каким-то образом из котлов. Шановный пан Вакарчук, скажіть, будь ласка, ви постійно критикуєте Мінські угоди, говорите, що це є капітуляція. У мене питання, чому у 15-16 роках ви не займались Мінськими угодами, як правозахисник та активний громадянин України, а виступали, на гастролях були, за кордоном у російських олігархів? Скажіть, будь ласка. По-перше, я ніколи не виступав після 14-го року в Росії і не виступав в Росії, за кордоном. И не выступал для российских олигархов. Друге. Вот так вот Вакарчуку соврать, что сходить за хлебом в магазин. И это очевидно. Это, знаете, такой стандарт патриотичного украинского политика. Именно поэтому у нас вот Украина и политика в Украине настолько абсурдна. И всегда надо вот понимать, либо это одна крайность, либо вторая. Либо это зрада, либо перемога. Поэтому, друзья, вот и вот объединение творческое Корделев 17 сделало вот такую монету, знаете, зрада перемога. И вот, чтобы разбираться в украинской политике, можно просто подкинуть монету, и сразу все становится понятно. По любому заявлению, по любой теме у нас в Украине. К сожалению, этот интернет-магазин не может предоставлять там онлайн-оплату товаров. Это можно получить вот эту монету «Зрада перемога» за 260 гривен только по новой почте, потому что политический продукт, он, понимаете, запрещается вот онлайн-оплату проводить и только по новой почте, только наложенным платежом. Но, тем не менее, я думаю, что это не преграда для тех, кто хочет сделать хороший и креативный подарок своим друзьям, близким, потому что я считаю, что это интересный все-таки был бы подарок. И вот эта коллекционная монета «Зрада перемога» в любом случае пригодится, особенно тем, кто планирует дальше жить в Украине. На этой веселой ноте до скорого. Тут немає табу. Павло, дуже радий тебе був сьогодні бачити, радий, що
все ж у тебе знайшовся час для того, щоб прийти до нас в студію. Сподіваюся, ти ще прийдеш. Спасибо большое за то, что есть площадка, где можно также свободно высказывать свое мнение. Может, оно с кем-то не совпадает и так далее. Главное – это говорить и нести чути какую-то один правду. Одному. И если ты не нарушаешь этой правдой никакой закон, то ты не за нее не должен нести ответственность. А не как у нас делается сейчас, когда вносят там, продюсеров, как Бардаша, в списки черные и так далее. Тогда можно говорить, что в стране идет все так, как надо. Дякую, дякую тобі. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.